наше хозяйство, племенной центр Смоленский Головей, работает с 2010 года. А наша семья стала правопреемниками с 2019-го, поэтому наш опыт ограничивается пока только вот этим периодом времени. Поэтому мы себя большими специалистами и советчиками не считаем, но своим опытом всегда готовы поделиться, да? Животные были завезены в хозяйство из Германии, из хорошего тоже племенного хозяйства. На тот момент в стаде было около 120 голов, нителей и телок, и быки-производители. Собственно говоря, прирост поголовья вот к нашему появлению в хозяйстве был примерно где-то около, в общей сложности было около 200 голов. То есть мы, в общем-то, относительно небольшое поголовье взяли. Потом в течение, скажем так, 2-3 годов произошло естественное наращивание поголовья, а следом объединение с племенным центром в Калужской области. Был еще один очень хороший племенной центр по этой породе, и мы объединились стадами, поэтому сейчас мы управляем поголовьем в размере около 500 голов мы сейчас имеем. О, хорошо, Вот. это уже Да. прилично. Да. Породой этой мы очень довольны. Она оказалась очень интересной, потому как, в принципе, это не была наша какая-то идея или мечта именно этой породой заняться. Нам просто очень хотелось вот как-то в сельском хозяйстве свои силы приложить. Занимаемся мы, это семья, да? Я, Да. мой муж, старший сын очень вовлечен в этот процесс. Средний сын учится на ветеринара и в скором О. времени сможет, скажем так, профессионально уже нас поддерживать, да? Дочка занимается всеми вот, так сказать, отношениями с прессой, с нашими телеграм-канал ведет, да, фото. Ага. Вот. Ну и еще у нас есть четвертый ребенок, малыш, во втором классе учится, но он считает себя будущим фермером. Отлично, Вот. отлично. Да, Ну, естественно, у нас хорошо. есть и небольшое количество работников, да, немного, потому что мясное скотоводство – это не та сфера, где нужно много персонала. И это, в Да. общем-то, один из критериев, если мы говорим о бизнесе, как организовать мясную ферму так, чтобы можно было управлять небольшим количеством людей. Да? Да. Вот. Собственно, возвращаясь о породе. Порода интересная, она интересна прежде всего тем, что не проходила, как вот, ну, собственно говоря, в литературе так пишут, что порода в процессе своего создания не проходила промышленного скрещивания, как большинство пород, да? И она является древней кельтской породой, обнаружена впервые в Шотландии, считается шотландской породой исторически. У головеев густая шерсть, подшерсток. Я вам сейчас секундочку вот покажу вот такой вот интересный вот наш Ага, любимый кадр. бычок, да? Да, Плотная отлично. шерсть, подшерсток, поэтому, собственно говоря, вот какая-то непогода наши полосы им нипочем. В то же время и, собственно, жаркий климат также не страшен, потому что, например, в Вот так. Австралии очень Да. много головеев, а там климат Интересно, безжаркий, да? интересно. Да, Да, то есть как здесь и раз об этом защита и от... хотелось спросить. Да. Для юга годится эта порода? Да, Да, годится. Может, да. вы знаете, что интересная особенность головейской породы также в том, что в рамках одной породы представлено несколько мастей. Черная, табачная, вот такие вот разные оттенки бежевой масти, вот как я только что показала. И есть белые, у них черный нос и черные ушки, сам бычок, само животное белое, такие панды. Да? И вот эти Да. светлые масти, они как раз для южных регионов оптимальны. То есть О. шерсть, это же терморегуляция, ну, в южных Ну странах да. вот эти халаты стеганые одевают, это же тоже неспроста, да? Чтобы сохранить Да. температуру тела, Да. сберечь от перегрева. И в данном случае в жарких, так сказать, регионах шерсть их спасает прежде всего от перегрева и от всяких вот этих вот гадов наших кровососущих, которые донимают.
Когда мы начали работать, собственно, нам досталось поголовье и дикорастущие поля и пастбища. То есть все это были дикорастущие луга. Мы заготавливали сено на дикорастущих лугах, и наши животные паслись на выеденных, таких уже ослабленных пастбищах. Это было неэффективно. И первое, с чего мы начали, постепенно, потому что это дорогое удовольствие, тоже не дешевое, да, все это вот привести в порядок. Мы начали обрабатывать и засевать потихоньку, потому что нам нужно было, параллельно нужно было растить и кормить все равно их где-то. Мы не могли взять и отсечь сразу там половину полей. Что-то у нас оставалось с дикоросами, что-то мы начали обрабатывать и засевать специализированными кормовыми травами. Это Тимофеевка луговая. А больше я вам не скажу, потому что у меня по этой части мужчины. У нас все-таки такая специализация, да, и я больше так животноводство. И вообще меня в основном выставляют отдуваться перед журналистами, если вопросы какие-то. Вот мои мужчины меня выдвигают вперед. Но я не самая умная в нашей семье, это я вам точно скажу. В этом году, несмотря на то, что у нас в регионе очень большая была проблема с травой, она пошла поздно. Очень много хозяйств просто вот просело по траве. Мы помогаем соседям, потихонечку продаем опасливо, потому что был годочек у нас, что сена не хватило, и мы поняли, как это страшно. Поэтому советуем всем фермерам всегда с запасом и с таким неплохим запасом, плюс 20% минимум заготавливать, да, дорассчитывая, потому что раз на раз не приходится, год на год не приходится, да, и иногда из-за каких-то погодных моментов может вот быть провисание в кормах. Это страшно, когда животным нечего есть, мечешься, ищешь, а ищут все, цена огромная, и уже за любую цену из любого региона везешь себе корма. Поэтому работать над урожайностью сенозаготовительных полей и пастбищ нужно обязательно, потому что это эффективность кормления, эффективность пастьбы. Да? На таком культурном, хорошем, хорошо заросшем пастбище животные попасутся в начале сезона и вернутся потом в конце сезона. Да? И, кстати сказать, продолжительный срок пастьбы – это тоже один из элементов снижения себестоимости. Да? Мы уменьшаем вот этот вот период зимнего кормления. Момент перехода с пастбища на зимнее кормление обязательно нужно учитывать и вовремя начать на пастбище, прямо на пастбище ставить рулоны, потому что это я все из нашего опыта. Вы знаете, у нас уже столько это всяких очень было важно. Историй, это очень важно, да, историй таких, которые вот один раз прошел, другой раз просто вот не сделаешь, потому что это страшно. Когда, например, похудели коровы, стояли мы, стояли, вовремя рулоны им не предложили, и коровы схуднули слегка. А проблема в том, что в зиму они уходят стельными. Они внутри имеют теленка, и то, как они эту стельность проживут, насколько они будут сытыми, от этого зависит качество поголовья. Да? А выход, наш, собственно, эффект нашего бизнеса в чем? В весе отъемного теленка. Поэтому упитанная корова, которая родила хорошего, крепкого теленка, да, а потом походила по хорошим культурным пастбищам и наедалась волю, она, соответственно, будет иметь много молока, соответственно, вот все это молоко выльется, так сказать, вот в этого теленка на отъеме, его итоговый вес является результатом нашей работы со стадом, да? И чем больше тяжелых телят, тем нам радостнее на душе. Да. Молодняк, который у нас родился в апреле-мае, в отъем идет где-то в декабре-январе. Отъем с 6 месяцев до 8 месяцев, где-то так. И, в принципе, мы делаем это обычно в январе или конец декабря. Таким образом, отъемные телята у нас до своего следующего пастбища, да, они у нас после отъема получают дополнительный прикорм в виде плющенного ячменя. Такая система. Это единственная категория животных в нашем хозяйстве, которые кроме сена и сенажа получают что-то еще. Отъемные телята и телочки, и бычки получают в рацион после отъема с января в течение 4 месяцев до пастбища
они получают где-то вот до 1,5 килограмм плющенного ячменя, что дает им такой старт роста. Костяк растет, а на этот костяк уже потом на траве нарастет все остальное. А так у нас в основном сено и хорошая очень добавка также к кормам – это сенаж, который нам очень помогает в связи с тем, что погода бывает разная, не всегда можно будет высушить сено, например, летом. Лето тоже бывает дождливым, или, например, как в прошлом году мы задержались в кормозаготовке и продолжали косить и в сентябре, в октябре, потому что у нас как-то вот в прошлом году поздно трава пошла и до самой зимы росла, а надо было косить, не оставишь поле с травой, да? И сенаж в этом смысле отличное подспорье, потому что мы собрали всю траву и много в сенаже и просто начали кормление сенажом, сенажа. Вот сейчас уже, так сказать, они стоят на сене. Имея поголовье, маточное поголовье коров, очень важно отнестись, скажем так, прагматично к выбраковке коров. Если корова не принесла теленка, если она осталась в сезон яловой, это кандидатура на выбытие, да? Не нужно, нужно ее продать. Ну, не продавайте на мясо, продайте ее живой туда, где, скажем так, ее примут. Но наличие таких низкофертильных коров в стадии, это, ну, это, скажем так, снижает здорово эффективность работы, да? То есть каждый раз выбраковывая вот таких низкофертильных коров, которые оказались яловыми после периода случки, вы оздоравливаете стадо. И как бы это ни было грустно, но тем не менее вы работаете на качество стада, на генетику своего стада, да? Как вот помните в фильме, наверняка многие фермеры смотрели Yellowstone, когда там у них была какая-то там ситуация с болезнями, он говорил, что жаль, потеряно 100 лет генетики. 100 лет генетики имеется в виду вот именно вот этой планомерной работы со стадом, когда идет выбраковка, например, плохих матерей, да, которые отказываются от телят. Ну зачем Да, каждый раз, да, зачем да. плодить эту плохую генетику? Надо ее сразу же на выход. То есть работать с этим продуктом стада – это такой тонкий момент. Вот нужно делать его лучше и лучше, да, с каждым годом, не упускать этого, не ждать чего-то от своей коровы, которая, может быть, там через год еще раз отелится, вот тогда будет хорошо. Нет, к сожалению, она на этот год, оказавшись яловой, не оправдала своего существования и стала мясом. И вот мне это вообще очень тяжело далась, эта теория. Это тоже, естественно, вот это уже не столько наш опыт, сколько вот научили, да, ну, то есть мы очень любим учиться, общаться, консультироваться, да, и, собственно, вот это опыт работы американских ферм, то есть, ну, к сожалению, здесь тоже, если это бизнес, если мы называем это бизнесом, нужно быть прагматичными. Какая площадь сельхозугодий у вас на 500 голов? Да. Да, у нас сейчас 2000 гектар, а используем мы 1500. Но это в чистом виде, это не вообще нужно так. 500 голов, 1000 гектар хватает на пастьбу и на кормозаготовку. Это вот классическое такое распределение. Вот. У нас сейчас 1500, но при этом часть находится, часть заросшая лесом, и мы оставляем это пока под пастьбу, там пасутся животные, они не дают этому лесу дальше расти, то есть весь вот все эти маленькие березочки небольшие, головей ведь съедят, да? И если у нас есть пастбище, к которым мы постепенно подбираемся, мы их тоже потом приведем в порядок, но пока у нас на очереди другие, а вот на эти заросшие пастбища мы пускаем головеев, и они хотя бы не дают этому лесу разрастаться. А лес так быстро, оказывается, растет. Вот уж никогда не думали, как быстро затягиваются поля лесом, да, необработанные. Кто покупает поголовье молодняка вашего? Это начинающие фермеры, вот, или уже опытные?
Да, на самом деле основная категория наших покупателей – это начинающие фермеры, потому что с головеем действительно легко начинать. То есть порода неприхотливая, поэтому, собственно, знаете, как говорят, что головеи прощают ошибки фермеров. На первоначальном этапе, естественно, бывают ошибки. Что-то вот как бы сено какое-то не то, да, или там пастбище какое-то вот все заросшее или что-то. Ну, будет головей, и там и елочку погрызет, там и березку-то сгложет, и сено такое так себе съест, да. Это не говорит о том, что мы там должны продолжать оставаться халатными, нет. То есть мы в дальнейшем на развитие работаем на нашу эффективность. Но головей позволит нам вырасти в хороших фермеров в этом смысле. Ну, естественно, возвращаются те, кто уже имеет головеев, наши коллеги, которые уже там иногда по 3, по 4 раза докупали у нас животных, да. Что мы продаем в основном? Годовалые тёлки, да, тёлки в годовалом возрасте, это тёлки, которые не пойдут в этом сезоне в случку. Их нужно будет дорастить до следующего года. Но мы предлагаем, конечно, фермерам придерживаться туровой системы осеменения, потому что это просто удобно. Хотя есть фермы, которые работают круглогодично, но это тогда вот в течение года постоянно коровки телятся. И еще один, кстати, момент. Если корова телится круглый год, и она круглый год стоит с быками, как оценить, насколько она фертильна, да? Насколько она эффективна, осемениться может в тот период, который мы ей даем. Вот когда мы турово осеменяем, то есть в течение 2 месяцев она должна постоять и осемениться. Яловая останется, она что-то ослабела, да? Мы ее на выбраковку. А если она стоит с быком круглый год, ну, сложно оценить ее качество, как коровы, да, не очень эффективный способ. Рекомендуем всем туровый, это удобно. У нас отселы проходят в апреле, в мае, это тоже удобно, потому что уже не холодно, не грязно, сухенькая травочка там пошла, да. Они это делают самостоятельно, ничего им, помощь им не нужна, главное не мешать, главное вовремя подползти, бирку потом повесить, вот это нужно изловчиться сделать, отследить. А так в целом все происходит самостоятельно. Тоже на руку, когда не знаешь, как это и что. То есть, ну, нам было интересно это все узнавать, потому что для нас это было все впервые, и было как-то, знаете ли, осуществимо. То есть первая категория продажная. Потом бычки в двухлетнем уже возрасте. Бычков-производителей, тех, которые пойдут на воспроизводство, мы будем продавать в двухлетнем возрасте. Перед продажей, когда им исполняется 2 года, это происходит примерно в мае, мы всех быков, в том числе своих быков-производителей и всех, кто пойдет на продажу, проверяем на фертильность. Вызываем специалиста, у нее особенное такое есть оборудование, с помощью которого она собирает семя, смотрит подвижность семени под микроскопом, да. Также дополнительно еще сдается семя на морфологию, то есть смотрит какие-то внутренние уже химические процессы. И только бык, прошедший вот этот вот тест положительно, да, только такой бык будет выставлен на продажу или же пойдет у нас на случку, да? То есть вот этот момент отслеживается. Помимо этого, мы, конечно же, продаем и бычков, которые для нас не интересны в смысле воспроизводства, ну, чуть помельче, скажем так, таких самых лучших, самых крупных, перспективных в смысле линий породных, потому что мы ведем генетику по нескольким линиям быков, 12 линий у нас сейчас есть. И тех, кто нам не интересен как быки на воспроизводство, мы продадим как бычков на доращивание, продадим их тоже либо в годовалом, либо в полуторагодовалом возрасте после еще одного пастбища. И они попадут к тому фермеру, который уже доведет их до мясного веса. А мясной вес у головея – это примерно 2 года и примерно 500 килограмм. Это хороший вес и удобный для работы мясников. Вот общались с мясниками, ну, нравится порода, потому что, во-первых, никогда не ожидают, что от такого компактного, низкорослого животного может быть столько мяса. Он действительно такой
удивительно скроенный. Необычно, что он компактный, а мясо, выход мяса достаточно большой. Единственное, что мы построили, вот, когда мы стали правопреемниками фермы, это место для прогона скота в случае ветеринарных обработок. Обустроили его под крышей, потому что на территории был сарай такой большой. Он тогда был занят помещением под корма, под ячмень, ну и а вторая часть ничем не была занята. Вот, и мы устроили там вот эту прогонную, как бы прогонный момент. Около фермы, около самого сарая есть ряд сортировщиков, которые позволяют потом после прогона скота рассортировать, например, на группы, в зависимости от того, что происходит. Отъем, мы поделим коровы, телята по полувозрастному принципу, да, и построили тогда, огородили березками, так как мы много расчищаем, у нас березка – это бесплатный строительный материал. Огорожены были зимние, так называемые зимние загоны. Их было 8. И на тот момент, когда у нас было поголовье 200 голов, да, мы, в общем-то, зимовали в этих больших загонах. Там было проведено поение, поилки с подогревом, да, то есть все хорошо. Но сейчас, так как поголовье большое, мы полностью ушли на зимовку на пастбище. Никаких навесов с тех пор, вот как мы зашли на Смоленский Голове, ни одного навеса мы не построили, потому что а жить на открытом воздухе, это как раз есть основная особенность Головеев. Никому, никакой группе навесы не нужны. Они даже там не будут сидеть, если построишь. Мне Правда. интересно.